очень долго. Здравствуйте. Добрый день. Добрый, добрый. Нас, пожалуйста, через авиацентр на восток. Я думал, по объездной сразу. Да, ну, поездка. Ну, сейчас забраться. Ну, где-нибудь там, да, где. Главное, чтобы вам по прямой. Да мне как сказали, так и поеду. Трёшку чуть-чуть. Да, конечно. Извините. Ну, они габаритные, да? Да и вы, извините, пожалуйста. Алло, Крестюк, ну что там? А куда подъехать нужно будет? Куда нужно будет подъехать? Слабый сигнал. Все, я буду там, я буквально вот сейчас уже выехал, в принципе, Крестюк. Все, Крестюк, я тебя жду на абсолюте, на входе. Лена там кричит немножечко, но я буду там сейчас. Гадванцева, улица 4-4-Б. Да потому что я ночью не ночевал сегодня дома. Нет, она знает, где я был. Я был у Димы, мы нахерячились, она знает, где я был. Но просто что-то малая там подзаболела, блин. И это самое, она говорит, слушай, это мой. А я же и оттягиваю этот момент. Все, мы сейчас будем на абсолюте. Давай. А может быть на абсолюте? Саня, побудешь со мной? А? Побудешь со мной? Где? На абсолюте. Я сейчас быстренько цветы закажу. Абсолют какой? На вроде Авангарда. Слабый сигнал сети. Саня, не отвлекай тебя. Так,